Недавно мы вернулись из гастролей в Новосибирске. Гастроли – это всегда очень интересно. И вообще моя творческая жизнь, если можно так сказать, началась с гастролей. Еще учась на 5-м курсе в консерватории московской, я попала в постановку комической оперы Шостаковича «Москва-черемушки». Постановка происходила в Лионской опере во Франции. Дирижировал замечательный дирижер Александр Лазарев. Если не считать выходов в студенческих спектаклях в консерватории, то это был мой первый выход вообще на профессиональную сцену. И, конечно, это придало какой-то уверенности в себе. В Большой театр попала очень неожиданно для себя. Вот действительно не думала, что так скоро. Очень хотелось. Когда поступала в консерваторию, зашла в скверик вот перед Большим театром, стояла, смотрела на фасад и думала, ну неужели такое возможно? Неужели вот люди живые там поют? В консерватории у нас был концерт, посвященный памяти замечательного певца, баритона Евгения Гавриловича Кипкала. И я в нем принимала участие. А в зрительном зале присутствовала тогда Маквалла Филимоновна Касрашвили и Алексей Дмитриевич Масленников. Я училась у Галины Алексеевны Писаренко, и заканчивала я консерваторию у Марины Сергеевны Алексеевой. И после концерта Маквалла Филимоновна спросила, могла ли я спеть Наташу Ростову, потому что в театре как раз в это время проводился кастинг на «Войну и мир». И Марина Сергеевна ответила, что да, конечно, мы уже пели арию на экзамене. И мне было предложено прийти и показаться Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу. И он меня одобрил и сказал, чтобы я ходила на репетиции. Приходила на репетиции. Потом со мной заключили контракт. И как приглашенная солистка я участвовала, пела премьеру этого спектакля. Конечно, невероятное волнительное ощущение. Первый раз на сцене Большого театра, сразу в премьерном составе. Ответственность большая и, конечно, радость. Соня, Соня, ну как же можно спать? Иди домой, ночи, и любого. Все затихло, и все когда предложили пойти послушать на Наташу Ростову, я думаю, боже мой, какая из меня Наташа Ростова? Все-таки в моем представлении Наташа Ростова – это что-то такое хрупкое, быстрое, искра такая в глазах. Либо Одри Хепберн, либо Савельева. Я себя с ними как-то совершенно не ассоциировала. И мне было сначала очень трудно как-то найти в себе вот эти краски. Я себя как-то больше вот все-таки с Татьяной Лариной всегда ассоциировала, с какими-то лирическими героинями, там, Мими или, ну, вот, что-то такое. А Наташа, она же как ртуть должна быть очень быстрая, очень такая живая. И пришлось себя как-то накачивать. Может быть, это даже интересно было именно сыграть что-то такое, что мне казалось, мне вот не свойственно. Может, он вчера не заставлю смотреть.
Я думала, что Прокофьев мне будет более, как бы, более трудно мне будет в этой музыке. Нет. Стоило ее именно вот как-то выучить, спеть, и музыка потрясающая. Просто невероятная музыка. Мне очень нравится сцена на бале Элен Безуховой. Там такие тонкие какие-то трогательные переживания у Наташи Ростовой, которые меняются в ней каждую секунду. Мне эта партия очень дорога.